Я умею. Только представляешь, без очков ничего не вижу. А эту посылку мне непременно сегодня доставить нужно. Ну ладно, давайте сюда. Спасибо. Выручил дедушку. А ты чего грустный такой? У тебя что-то случилось? А вам какая разница? Я чего спрашиваю-то? Все ребята там на катке гуляют, катаются, а ты один сидишь на лавочке. Вот именно что катаются, потому что у них коньки есть, а мама мне их не покупает. Ну, не стоит так про маму. Она наверняка тебя очень любит и обязательно купит тебе коньки. Не надо мне сказки рассказывать. Ну, будет, будет. Так ты прочитал, что там написано-то? Нет, я ничего не понимаю. А ты к свету подойди, там виднее будет. Может. Так. Какой странный шрифт. Ничего не понимаю. Какие-то каракули. О. Самому. Дедушка, я разобрал, что здесь написано. Дедушка, вы где? Дедушка. Странно. Ну ладно, оставлю ее здесь, может быть, вернется. Самому. Ну интересно, что же внутри? Ладно, открою. Не открывается. Открывайся! Откройся, я тебе говорю! Я откроюсь, но только самому. Что? Это посылка разговаривает? Но этого не может быть! Отнеси меня самому. Это невозможно! А, я понял! Это никакая не посылка! Это музыкальная игрушка! У нее где-то должен быть выключатель. Так. Отнеси меня самому. Да кто этот самый? Откуда я его могу знать? Не буду никого искать. Сам тебя открою. Я откроюсь, но только самому. Вот еще. Раскомандовалась. Прям как моя мама. Вот. И лежи здесь и жди своего самого.